Всех любителей велосипеда совсем скоро ожидает большое событие – Орловская неделя велоспорта. В этом году она будет проводиться во второй раз и приурочена, конечно же, к юбилею Великой Победы. Это всероссийские соревнования, которые будут состоять из двух блоков. 12 регионов уже подали заявку на участие в этом велосостязании. Первое соревнование – это приз Госуниверситета УНПК. Это будет 2 дня. И далее будет традиционная майская гонка. И второй блок завершится уже традиционным вторым этапом первенства России среди юношей, который будет проходить на площади Ленина. Соревнования будут проходить 2, 3, 6, 7 и 9 мая. К участию приглашаются все желающие.